Три месяца назад испанский музей отправил картину Гойи на реставрацию. Картина исчезла. Это опасный тип, который собирался финансировать жестокую мировую революцию. На кону жизни миллионов. И вы хотите, чтобы я ее нашел? Именно. Как говорится, а мне что с этого будет? Сделайте это во имя королевы и страны. Нет. Ладно, королева и страна, накладные расходы и разумные командировочные. По рукам. Я лорд Чарли Мордекс. Меня уважают все, кто знаком. Почти что. Отличный выстрел, сэр! У нас раненый! Я арт-дилер и ценитель искусства. Моя жена Джоанна. Моя единственная любовь. Я думала, что увижу, как секретные агенты правят миром. Боюсь, мне придется опустить ногу, дорогая. Прости? С твоего позволения, конечно. Джок, мой лакей. И он улаживает самые щекотливые вопросы. Отлично, Джок. А еще я на грани банкротства. И поэтому нам нужен чертовски умный план, чтобы обеспечить себе вознаграждение. Хватаем картину, пока никто не смотрит. Я гениален. Отправляйтесь в Америку и сделайте все, чтобы вернуть картину. Такое чувство, что я не туда повернул и оказался на съемках порнографического фильма. Я Джорджина Крамп. Она известная нимфоманка. А. Кто знает, может, так принято здороваться в Америке? Я не знаю. Переби! Там есть карта! Карты нет! Это то место, где нашли тело? Что ты делаешь? О, нет, немного левее. Вот здесь? Простите, я имел в виду правее. Правее? Так? Так. О, Чарли.